Благоустройство – это не только лавочки и дороги. Благоустройство – это безопасность и неравнодушие. Те, кто давно занимается этим благородным делом, знают, достичь можно всего, если не сидеть и не ждать. Благоустройство идет, и это радует всех. Но обидно, когда так называемые мафы, политые потом жителей, ломают неизвестные вандалы. Поэтому губернатор в рамках пятилетки благоустройства основал программу «Безопасный регион». Ее цель – установка камер видеонаблюдения, которые будут следить за всеми проблемными участками области. Работы уже ведутся. К концу года по поручению губернатора и правительства Ульяновской области планируется установить свыше 7 тысяч камер. Деньги выделяет правительство Ульяновской области. Вот. В поселке Мостовая в этом году, в текущем году, вне плана, планируется установить порядка 10 камер. По поручению губернатора в Мостовой на следующий год планируется установить еще 90 камер. Так что многие уголки, которые не благоустроены, можно будет обживать, изгнав с насиженных мест алкоголиков и хулиганов. По городу работают школы, детские сады, лечебные учреждения, больницы, поликлиники. Установлено около 6 тысяч камер уже в городе Ульяновске. Каждый объект занимает разное количество времени, в зависимости от количества камер. Здесь вот будет установлено 4 камеры. Думаю, займет это полдня. Видео с камер будет доступно сотрудникам МЧС, чтобы следить за уровнем воды в период паводка, и сотрудникам полиции. Но жители понимают, что одними камерами порядок не наведешь. Например, в той же Мостовой работает добровольная народная дружина. Пока добровольно, несколько человек выходить, значит, дежурить. А потом уже, когда подпишем соответствующие бумаги, ДНД будет работать, и уже это будет на постоянной основе. Если у нас благополучно все пройдет, наш тест, будем ходить дежурить. По закону добровольная народная дружина обладает главным с точки зрения ее участников достоинством. Хулигана можно подвергнуть гражданскому аресту до прибытия полиции. Поэтому многие из тех, кого раньше не могли привлечь к ответственности, теперь будут наказаны. Благоустройство больше не будет впустую. Камеры и люди готовы охранять свой комфорт. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.